Всем мурмяу, мои котятки, с вами Флаффи Китти, и мы продолжаем с вами прохождение игры «Тайны Средиземноморская интрига». Всем приятного просмотра. Играть. Итак, как мы с вами помним из последнего видео, мы с вами проникли еще дальше, куда-то вглубь, под церковь. То есть мы сначала нашли один тайный проход, потом нашли еще один проход и оказались вот перед такой дверью, за которой были люди, которые нас услышали и сказали там, мы, то есть услышали голос, который произнес, что нужно всем расходиться, покинуть это место. Не знаю, что там за дверью. Давайте здесь все оглядывать. Так, у меня в инвентаре есть фонарь, есть две карты, есть дедушкина трость. Есть молоточек и есть 5 монеток. Всего их по 13, как нам показывает игра. Не знаю, для чего они нужны. Не знаю, соберу ли я их всех. Кстати, вот одну монетку вижу. Странная монета. Оставлю ее себе на удачу. Да, вот у нас теперь стало 6 из 13 монет. Итак, давайте еще здесь все разглядывать, смотреть, куда-то нажимать. Ой, зачем? Зачем я это сделала? Нам нужно было нажать на дверь. Сейчас будем опять смотреть, как мы идем вот через туннель. Я так понимаю все-таки, что это как бы, ну, скажем так, загрузочные экраны. То есть мы движемся по какому-то туннелю. Ой, давайте нырнем. Пройдем обратно этим же путем, которым мы сюда пришли. Не туда нажала, не туда, котятки. Не обижаемся, не злимся, смотрим. Как главный герой идет по туннелю. Так, все, давайте. Давайте наведем на дверь, посмотрим, что нам скажут. Похоже, что на панели не хватает пластинки. То есть у нас здесь с вами головоломочка, котятки. Будем мы, видимо, составлять цельную картину, когда найдем пластинку. То есть вполне вероятно, что мы не зря отсюда выходили-то. Но одной пластинки нет. И знаете, пока смотрим мы вот на эту картинку, хотелось бы сказать, что, надеюсь, тут не по принципу пятнашек, а просто их можно будет менять местами. То есть, допустим, вот эту поменять местами с этой и так далее. Потому что если по принципу пятнашек, то... Ну, то есть определенное время это у нас с вами займет. Не хотелось бы этим заниматься. Так, ну, значит, все, отсюда выходим. Да, отсюда выходим, и нам игра подсказывает, что нужно перейти во двор. А что мы еще здесь не доделали? Опять лестницу нужно будет забрать. Ага, лестница сломалась. Починить смогу? Нет. Так, а что тогда нужно? А, раздолбать. Так я же уже вроде применяла, котятки. Я к этому месту применяла молоток. Что не применяется-то? Нет, смотрите, я навожу, не применяется ли, я не попадаю просто. Ага. А вот она и плиточка. Необходимый. Так, чтобы через туннель не идти, можно сразу переместиться туда? Да, можно. Давайте, давайте откроем этот замысловатый замок. Итак, воссоздайте барельеф, вращая и перемещая пластинки. Используйте закрепленную пластинку в качестве ориентира. Щелкните по пластинке, чтобы ее повернуть. Щелкните и перетащите одну пластинку по другой, чтобы поменять их местами. То есть вот это у нас закрепленная пластинка. И сейчас нам нужно собрать цельный барельеф. Причем они, все эти пластинки, видите, поворачиваются, да? Так, ну это, наверное, вот здесь вот. Это очевидно. Так, ну сначала давайте все их попытаемся повернуть. Хотя бы так, как мы это можем себе представить. Вот это вот не сюда случайно? Не похоже. Так, вот это, наверное, тоже, скорее всего, вот так вот будет. Так, здесь что? Угу. Так, это у нас что-нибудь есть похожее? Вот тут, наверное, где-то будет, нет? Нет. Так, ну сначала давайте развернем все-таки. Так, это явно будет вот так вот, я так полагаю. Так, это все как будто бы правильно стоит. Это вот так вот. Змеи, люди, что-то вообще очень страшное. Так, тут кто-то кого-то толкает. Нет, сюда не подходит. Так, вот тут еще не развернули. Вот это, наверное, сюда.
Да, все правильно. Так, а это, наверное, вот так вот все-таки надо развернуть. А это вот так вот у нас будет. О, вот тут прям, смотрите, картинка сложилась уже. Вот, смотрите, из этих двух плиточек. Хорошо. Так, ну что, тут, наверное, тело дальше идет. Вот этого змея. Или вот это вот. Нет, не подходит. Ни то, ни другое. Может быть, вот это? Да, вот это вот подходит. Тогда здесь вот так уже будет извиваться. Да, все правильно. Так, что здесь может быть? Здесь продолжение. Какая-то рука должна быть. И что-то змеиное. Вот это вот не сюда ли случайно? Может, сюда? Нет. Вот тоже посмотрите. Хоп, и соединилась картинка. Само по себе причем. О, посмотрите, левую часть картинки мы собрали. Ага, давайте вот эту теперь собирать. Что сюда у нас? Подождите, вот эту еще не развернула. О, сложилось. Вот сюда надо подобрать что-то. Может быть, вот это вот? Нет, не похоже. Это тоже змей. Куда-то должен идти. Ну-ка. Нет-нет, здесь должна быть змея. Вон, посмотрите, видите, голова змеи. Вот это сюда. Да. Все, две левые части полностью собраны. Осталось вот здесь вот разобраться. Выяснить, что с чем здесь сочетается. Наверное, вот это вот сюда. Вот это вот сюда. Значит, вот эти две местами поменять надо. Все. Хорошая-хорошая головоломка. Давайте заглянем за эту дверь, посмотрим, что там. Хорошая, простая головоломка. Не по принципу пятнашек, уже хорошо. Опять. Опять это. Создание видения. Владыка миров. Да, мои дорогие котятки? Опять вот то, что мы с вами видели. Так. Что, с чем здесь можем взаимодействовать мы? Я так понимаю, со свечками как минимум мы можем взаимодействовать. Я ничего не вижу в темноте. Может быть, работающий светильник свечам поднести? Вау! Какое большое место здесь скрывалось, да, в темноте. Языческий алтарь. Какие ужасные ритуалы совершаются в этом гнусном месте. И чьи-то голоса я слышу. А я не слышу, котятки. Правда, я ничего не слышу. Так, ладно. Поверим главному герою, что там какие-то голоса. Золотой перстень, хорошо. Так, тут вижу какой-то кинжал. Тут вижу какую-то жишку. А, это не жишка. Кто-то уронил странный капюшон, убегая из пещеры. Это должно быть место встречи тайной секты. А я вам говорила, котятки, что все это похоже на что-то такое сектантское, оккультное. Языческий алтарь в конце тайного прохода, вход в который скрыт под исповедальней. Что за ужасные ритуалы совершаются в этом гнусном месте? Среди прочих вещей я нашел перстень с каким-то гербом. И задание у нас какое-то странное, кстати, появилось, котятки. Выясните, где вам уже приходилось видеть герб на кольце. Найдите все монеты, приносящие удачу. Так, ну про монеты, да, нужно еще не забывать. Так, давайте все дальше рассматривать. Так, что у нас тут? Дверь закрыта. Куда она может вести? Надо найти способ открыть ее. Но я так понимаю, это у нас будет со всеми дверями происходить, да? Так, а почему у нас тут плюсики зеленым горят? Золотой перстень, черный капюшон. Выясните, где вам уже приходилось видеть герб на кольце. Ну, там тут дракон какой-то. Так, тут ни с чем не взаимодействуется у нас, да? Так, ну-ка, подсказка. Ага, она предлагает нам вернуться к часовщику. Зачем? Золотые часы на полке слева напоминают найденное мной кольцо, принадлежащее члену дворянской палермской семьи. А, вот это вот, да, серьезно?
Дворянское собрание, Палермо, улица Данте, дом 15. То есть бирочку мы, да, прочитали от часов. Странное совпадение. Герб на корпусе часов идентичен гербу на перстне, который нашел на капище. Часы нужно доставить на дворянское собрание в Палермо, улица Данте, 15. То есть мы сейчас заделаемся курьерами, да? Ну-ка, нам нужен еще часовщик. I'm so glad to see you, dear friend. Нет, видимо, нам часовщик не нужен. Нам просто нужно идти куда-то. Идите в дворянское собрание и найдите способ войти. А куда идти-то? Ну-ка, подсказка. Это что такое? А, там проход был? Отлично, котятки, отлично. Дворянское собрание, Палермо, улица Данте, дом 15. Кучер спит у нас с вами. Так, тут что у нас? Почтовый ящик заперт. Часы работы с 10:00 до 23:00. Хорошо. Так, дневник активировался. Ну-ка. Я проверила время работы собрания. Возможно, лучше наведаться туда ночью. То есть днем мы не попадем, потому что здесь люди, да? Правильно, я так понимаю? Днем лучше там не появляться. Все, хорошо, давайте перемотаем. Не знаю, может быть, еще что-то там было, но... Так, ну что здесь можем теперь мы с вами разглядеть, мои милые? Так, это что такое? Боже ж ты мой. Знаете, вот здесь вот под зеленой какой-то штучкой, я подумала, это плесень. Лежал пинцет. Ладно. Так, что тут? Тоже, видимо, будет какая-то головоломка, да? Так, что еще можем разглядеть? Так, это нам просто показывают ворота, верхушку. Маркиз Б. Ди Джиролама. Маркиз Б. Ди Джиролама. Это такой же герб, как и тот, что вырезан на кольце. Замечательно, но у меня ключа-то все равно нет. Так, давайте, какие-то важные сведения внесли в дневник. Дневник не открывается иногда с первого раза, котятки. Я обнаружил, что дом, в котором проходит встреча дворянского собрания, принадлежит маркизам Джироламо. Джироламо или Джироламоной, котятки. Давайте Джироламо говорить, как-то вот привычнее это произносить. Так, а дальше-то что? Золото открывает любые двери. Воссоздайте герб. Щелкните по кнопкам замка, чтобы просмотреть символы. По кнопкам? Угу. Значит, нам надо вернуться к гербу, котятки. Так, где у нас был герб-то? Тут, что ли? Так, сюда могу поместить? Нет? Нет. Ну ладно, хорошо. Значит, на почтовом ящике посмотрим. Так, что там у нас? Дракон. То ли три звездочки, то ли что. И арка. Так, наверху у нас дракон. Тут то ли три звездочки, то ли что. Вот так, наверное. Тут была... А тут что? Так, а как более подробно-то рассмотреть герб? Тут меняется... А, у нас же над входом вот тут же герб, да. Так, корона, кубок, веточки со звездочками. Сжатая рука, молот и вот такой вот щит. Это надо все сфотографировать, наверное, я то, чтобы не запомню, еще птица тут замешана. Так, рука держит, сжатая рука, топор, щит, корона, веточки. Боже мой, как много всего. Так, тут корона была точно вот такая вот. А тут, наверное... Вот так вот, что ли? Ну, это если верить вот этому. Корона. Щит. Рука. Значит, там наверху птица. Корона. Щит. А, тут рука у нас будет. А наверху птица. То есть золотые предметы. То есть вот здесь вот мы с вами
все, что было помечено золотым, должны были отметить, да, себе в, в голове держать. И тут, соответственно, все это изобразить. Понятно, понятно, мои дорогие котятки. Дом. В доме кто-то живет, да, дом охраняется. Теперь придется двигаться очень осторожно. Да, я только что видела. Вот, посмотрите, там кто-то ходит. Так, что можем здесь сделать? Так, перчатку нашли. Там на дне что-то есть. Мне нужно найти способ прервать течение воды. Там, да, я вижу кусачки, видимо, садовые. Или ножницы, то есть садовые, или кусачки. Непонятно. Так, тут у нас с вами дверь заперта. Так, тут что у нас? Оранжерея. Теплица. Так, давайте посмотрим. Мне нужно что-то, чтобы развинтить кран. У меня ничего пока что такого нет. Так, за шторкой что у нас? А за шторкой у нас, мои дорогие котятки, сцена с поиском предметов. Напоминаю, что в этой игре области можно приближать. То есть я двигаю, посмотрите, колесиком мышки. И потом могу вот так вот, то есть передвигать картинку, чтобы более подробно все рассмотреть. Но, как правило, нам с вами не приходилось этим пользоваться. То есть, в принципе, предметы видны и так. Сделали просто такую интересную фишку в этой игре. Итак, что мы с вами здесь ищем, мои милые? Мы с вами здесь ищем топор, лягушку, аммонит, резец, шляпу, 4 птицы, маленький ключ, улитку, 4 музыкальные ноты, кирку, клещи и вереницу муравьев. Причем вереницу муравьев просто так мы не найдем, надо будет что-то сделать. Видите, слово выделено красным. Итак, топор, лягушка, аммонит, резец, шляпа, птица, 4 штуки, маленький ключ, улитка, музыкальная нота, 4 штуки, кирка и клещи. Так, пока все зачитывала, нотки я видела. Вот одна нотка, вторая нотка. Так, где-то вот здесь была еще одна нотка, но я ее уже потеряла. Так, ладно, зато лягушку здесь прям хорошо вижу. А, вот она нотка, она была не там, а вот здесь. Может быть, кстати, там есть. Вот это, наверное, маленький ключ. Это, наверное, собственно, топор. Так, улиточку вижу вот здесь, вот она у нас. Так, что еще из перечисленного у меня есть на глазах, перед глазами. Аммонит, резец, шляпа, 4 птицы. Музыкальная нотка еще одна, котятки. Кирка и клещи. Кстати, кирку где-то видела, вот это не кирка? Нет, это... А, вот у нас кирка, да, где-то, я говорю, видела кирку. Так, ну давайте птичек, что ли, собирать еще тогда. Смотрите, есть желтая вот такая птичка, есть вот такая нарисованная птичка, это аист. Так, что еще по птичкам? Вот, наверное, птичка, да, синенькая. Так, ну и больше пока птичек не вижу. Так, что нам нужно? Шляпу еще где-то найти, вот она шляпа. Резец. Резец. Очень интересно. Вот это резец? Нет. Может быть, вот это резец? Да, это был резец. Но знаете, тут резец, опять же, скорее всего, это как? Как долото? Ну, ладно, перевели резец. В принципе... О, кстати, вижу, это скворец, наверное. Перевели как резец, ну и бог с ним. То есть приблизительно... Так как я играю в маленькие игры давно, а вот прям буквально вот на моем канале вот вышло уже 2 игры с неправильным переводом, то, знаете, я уже начинаю предполагать, что может скрываться под тем или иным словом. Потому что когда мы искали канистру, а у нас с вами по факту была лейка, это для меня было, конечно, что-то прям вот выбивающее сложности перевода, это как говорится. Так, клещи — это у нас тоже инструмент. Пока их не вижу. Кстати, почему-то нож у нас с вами активируется. Для чего? Хлеб разрезать? У нас с вами кухонные бытовые муравьи. А, просто муравьишки побежали на крошки. Все, хорошо. Так, это у нас шило. Это плоскогубцы. Это были клещи? Это как минимум пассатижи или плоскогубцы, котятки. Но это никак не клещи. Клещи я как-то себе представляла абсолютно по-другому. Так, еще одну нотку давайте, чтобы... То есть найдем с помощью подсказки, чтобы не тянуть время. Так, где? Так. Смотрите, нам с вами нужно найти 4-ю музыкальную ноту. Это что? Это нота?
Нет, это... А, аммонит нам еще нужно было найти. Не, аммонит я бы точно без подсказки не нашла. Потому что, знаете, в голове есть аммонит, аммонит. Что-то такое знакомое, что-то похожее. То, ну, что, скорее всего, я знаю, но нет. Правильно использовала подсказку, нормально. А, тут платочек надо было убрать, и нотка бы нашлась. Ладно, хорошо. Ничего страшного. Тоже не факт, что я бы наткнулась на этот платок. Рано или поздно, может быть, и наткнулась бы. Но лучше рано, чем поздно. Так, а тут что у нас? Лестница спрятана под ветвями плетистых роз. Ага. То есть будем еще розы с вами убирать. Явно не голыми руками, чтобы не порезаться, не пораниться о шипы. Так, ключик у нас, наверное, от почтового ящика. Да, еще одной особенностью этой игры является, котятки, что с предметами мы должны взаимодействовать прям вот как есть. То есть мы берем предмет, тащим его на объект, и только тогда он срабатывает. Ключ. Ключ. Чего, интересно? Так, ну в дом мы попасть явно не можем. Парадная дверь заперта, нужно придумать, как попасть внутрь. Вот отсюда может быть ключ. Так, давайте все здесь разглядывать. Так, что есть? Так, что за погремушка у нас? А, это разводной ключ. Вот так вот выглядит. То есть, когда он лежал у нас с вами на верстаке, он выглядел нормально. Так, это что такое? Дневник еще при этом активировался. Что это такое? Под навесом для инструментов нашлась странная картинка. Может быть, на ней изображен некий путь. Может быть, какую-то головоломку. Вполне вероятно, будем решать с помощью вот этих желтых ниточек. Так. Так, тут что у нас? Похоже, здесь не хватает крана. То есть нужен один вентилечек. А у нас нет вентилечка. Так, о, монетку вижу, котятки. Посмотрите. Хоп, еще одна монетка. Не знаю, соберем мы их все или нет. Пока у меня 70-13. Мне кажется, я уже половину напропускала. Так, веревку. А почему синим-то? Синий, красный, зеленый. Я что-то не понимаю. По-моему, в начале игры, когда мы учились ее проходить, нам не объясняли про разные цвета. Ну-ка. В оранжерею нужно перейти. Хорошо. Что-то в оранжерее мы с вами не доделали. Так, а что мы здесь могли? Что-то, чтобы развинтить кран. Давайте разводной ключ используем. Так, и что это нам даст? Нам это даст то, что мы получили вентиль. То есть ручка. Тут нет, тут ничего нету. Тут тоже ни во что ничто не превращается. Как-то можем фонтан, что ли, мы перекрыть? Где-то тут была... Был кранчик? Нет. Вокруг тоже ничего не вижу. Ну-ка, подсказка. Обратно туда возвращаемся. Так, а здесь же нам... Здесь вентиль нужен. У меня же нет вентиля. Это, соответственно, получается, если мы сейчас это запустим, мы выключим фонтан. Может быть, тут что-то мне надо сделать? Может быть, пинцетом вытащить? А, подождите. Разрезать, может быть? Нет. Так, хорошо. Подсказку используем. Нет, что-то все-таки сюда мне направляет. А что я здесь должна сделать? Что-то здесь взять могу, что ли? Вот сюда нужно было вентиль применить. Окей. Окей, мои дорогие котятки. Так, дальше что? А дальше головоломка. Направьте поток воды к крану. Щелкните по кранам, чтобы переменить направление потока. Так. Получается, вот по этим кранам я должна, да, щелкать? Ага. Так, тут ничего не происходит.
А что, что перекрывает-то, я понять не могу. Нет, это в тупик. Это правильно. А тут все, тут тупик. Мне сюда и нечего, некуда, то есть, направлять. Так, пока что не совсем понимаю, что от меня хочет игра. А направить не нужно куда? В какое место-то? Вот сюда, что ли? Вот в этот кран? То есть вы понимаете, в чем проблема? Я не вижу, куда нужно направить. Вот сюда, видимо. То есть как-то вот через вот это вот все. Сейчас для себя приблизительный путь проложу. Ой. Так, тут нет, тут ничего нет. То есть это вот сюда, сейчас вот в эту сторону надо. Потом сюда, потом наверх, да, я так понимаю? А тут куда нам... А, это, подождите, тут тупик. Значит, вот сюда. Это вот сюда. То есть, да, вот к этому кранчику нам нужно с вами провести. Все? Да? Да, все правильно. То есть, я не понимала, то есть, когда начала крутить эти вентили, я не понимала... Где выход? Ну, то есть мне нужно было увидеть, куда воду вывести. И тогда уже стало все понятно. О, садовые ножницы, как я вам и сказала. Что-то будет такое. Так, а почему? Садовые ножницы. А почему они с чем-то взаимодействуют? А, с перчатками, наверное, да? Ну-ка, попробуем. Так, открываем комбинатор наш великий. Потому что они помечены красным, наверное, я не знаю. Нет. А что я могу сделать с секатором? Секатор и веревку применить? Нет. Но это явно для того, чтобы обрезать розы котятки. То есть это явно вот сюда, но почему-то это не работает. Слишком высоко или что? Ну-ка, подсказка. Нет, подсказка предлагает нам ко двору перейти. Что тут я опять пропустила? Ну-ка, подсказка. Вот здесь вот. Это все моя невнимательность, котятки. Так, что, перчатки, что ли, будем соединять? И секатор будем соединять. Да, у нас получился набор садовника, котята. Секатор и перчатки. А вот эти две зеленые, перстень и шапочку, тоже что ли нужно объединить? Ну-ка, они у нас светятся зеленым. Нет. Если даже и нужно, то это, видимо, где-то потом. Так, давайте подрежем... розы и уберем срезанные перчатками, чтобы не пораниться о шипы. Французское окно забыли закрыть. Повезло, повезло. Только бы никто меня не заметил. Повезло, повезло, да. Умоляю, помогите мне. Что это? Женщина с фотографией молила меня о помощи. Какой-то медальон. Что еще здесь происходит, котятки? Как только я подобрал кулон с портретом молодой женщины, меня посетило видение. Женщина с фотографии молила меня о помощи. Какой помощи? Что происходит? Ее здесь убили? Так, тут что, партиечка в шахматы будет у нас с вами, нет? Нет, мы просто здесь подобрали ладью с рубином. Хорошо, хорошо. Так, что еще где есть? С чем можем взаимодействовать? Вроде нет. Ничего. Идем. Стелс сейчас будет. Стелс, стелс. О, есть солнечко. Монетку, кстати, вижу. Сколько у нас монеток? 8. Да пропустила я уже половину, котят.
Прерванная шахматная партия с двумя отсутствующими фигурами. Одна фигура у меня есть, могу поставить ее сюда? Не могу, ладно. Видимо, две надо фигуры. А тут что? А тут партия в шашки. Да тут этот комната интеллектуалов, любителей логических игр. Так, тут что у нас? Запись какая-то появилась, когда мы карту открыли. Я изучил старинную карту на стене гостиной, где был показан торговый путь через Сиам, Индию, Мадагаскар и Египет. Прямиком до Сицилии. Что-то вывозили, что ли, получается? Непонятно. Пока что мне это ни о чем не говорит, котятки. В доме кто-то есть. Не хочу, чтобы меня заметили. Что, мы просто в этой комнате будем тусить? Нет, куда-то можем пройти. Угу. Кабинет. Боже, посмотрите, сколько книг. Знаете, я вот сейчас зашла, да, вот сюда, и прям... Ах. Это моя мечта. Иметь вот такую библиотеку домашнюю. Это просто... Я сейчас котятки любуюсь. Очень уютная картинка. Вот два светильника. Мягкие кресла, мягкая мебель, то есть кресло, диванчик, подушечки. Все прям так красиво, аккуратненько, по полочкам, прям по линеечке. Боже. Все, я хочу вот сюда. Хвала моей скромности. Не хватает фигурки, да, у нас котятки? Видимо, будем как-то их расставлять в правильном порядке. Так, тут что у нас? Так, пинцет тут, наверное, надо применить, чтобы кораблик достать. А, нет. Одну парусёшечку будем доставать, да? 8-9. Это, я не знаю, 8-я полка, 9-я книжка. Этот код был на парусе корабля из бутылки. 8-9. Мне кажется, 8-я полка, 9-я книжка, потому что, смотрите, все полки, вот, то есть они пронумерованы. Ну, то есть, вот, например, 8. Ага. Все. Нашли ключ. О, еще одна карта, котятки. Карта сломанная башня. Карта башни. Ой, я не знаю, здесь очень красивые карты Таро в этой игре. Прям вообще. Карта Таро башня. Знаете, карта такая, предвещающая, ну, ничего хорошего, скажем так. Ну, хотя, наверное, кто как-то трактует эту башню. То есть это может быть разрушение старого, чего-то изжившего себя. Или предсказывать какие-то потери, трагедии. Ну, короче, если выпадает карта башни, как правило, это, ну, что-то такое не очень. Запугивать не буду, но трактовать можно по-разному. Так, тут мне, наверное, будет нужно правильно все расставить, да? Головоломочка. Нажмите кнопки в правильной последовательности, чтобы повернуть глобус, щелкайте справа или слева. Так, или вот так, да? То есть, если кнопочки остаются, то я правильно нажала, да? Нет, значит, тут не угадала. Подождите, а это вот это вот если нажму? А тут все нажимаются, что ли? Ой, давайте на карту посмотрим. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть кнопок мне надо нажать. Египет, как минимум, вижу. Так, значит, где-то вот здесь. Египет. Что-то вот тут у нас с вами есть. Потом что-то вот тут вот у нас с вами есть. Собьется, интересно, глобус, если я еще раз гляну. И потом идем наверх. Потом идем сюда. А тут же все? Тут же больше дальше-то ничего нет. А, еще вот этот остров я забыла, да? Нет? Так, не понимаю. Но тут вообще не все нажимаются, смотрите. Шесть точек. Все правильно. Раз, два...
три, четыре, пять, шесть. Что неправильно-то? Подождите, я сейчас сфотографирую на телефон тогда вот эту вот карту. Потому что я абсолютно не понимаю, что именно я неправильно нажимаю. Не хочу сбрасывать, хочу сама решить эту головоломку. Так, сейчас у меня перед глазами будет вот эта вот карта. То есть это по-любому начинается вот здесь. Это в любом случае этот путь, через который что-то привозили. Он идет через Египет. Потом он проходит вот здесь, вот, вот сюда прибывает. Потом вот к Индии идет. От Индии вот так вот проезжает вот сюда. И прибывает вот сюда. Может быть, вот сюда прибывает? Нет? То есть нужно было наоборот. То есть не справа налево вести, а слева направо. Угу. Ладно, хорошо. Почему бы нет? Почему бы нет? Понял, принял, как говорится. Расследуйте связь между дворянским собранием и чем там у нас было? И языческим храмом. Хорошо. То есть глобус открывался, если мы ведем путь строго слева направо, но никак не наоборот, котятки. Так, облачение нам дали. Может быть, здесь смогу соединить? Чтобы костюм получить. Нет, не могу соединить. Хорошо. Так, тут нет фигурки. Судя по всему. Так, что еще у нас в этой комнате? С чем можем взаимодействовать? Сейчас опять что-нибудь пропущу. Вроде ни с чем. Хорошо, подсказка. Так, подсказка нас ведет в оранжерею. Ну, кисонька. Прикольно так, котятки. Так, а что в оранжерее? Ага, наша любимая сцена с поиском предметов. Итак, что мы здесь с вами ищем, мои милые, на этот раз? Оплетенную бутылку вина, 4 красных розы, статую сатира, 3 скорпиона, 3 яблока, 2 змеи, пружину, тыкву, лопату, перо, грабли и какое-то скрытое масляное пятно. Может, чем-то капнем, может быть, что-то там намажем, я не знаю. Потому что тут я вижу масленку, а что дальше с ней делать, пока что не ясно. Итак, оплетенная бутылка вина, 4 розы, статую сатиру, 3 скорпиона, 3 яблока, 2 змеи, пружина, тыква, лопата, перо, грабли и масляное пятно. Так, молоток, кстати, вижу, смотрите. Можно молотком что сделать? Может, по масленке надо ударить? Да, по масленке надо было ударить, то есть ее смять, другими словами, выжать. Руками бы это мы сделать не смогли, потому что масленка металлическая, то есть, чтобы ее смять, это надо очень много сил иметь. А вот если вдарить по ней молотком, то можно такого сделать. Масляное пятно можно получить, котятки. Что я могу еще сказать? Так, угу. Так, скорпионы. Скорпионы, кстати, были в предыдущем. В предыдущей сцене с поиском предметов я видела их. А вот змей нет. А, вот одну вижу. Вторую нет. Так, тут у нас птица. Птица нам не нужна. Так, вот это, наверное, статуя сатира. А, нет, это грабли были. Хорошо. Вот тут еще какие-то статуэточки, не они? Это змейка у нас была. Все, змея ушла. Тыкву, кстати, что не нажимаю. Она такая огромная посередине экрана и очень сложно не заметить. Тут не сатир у нас? Нет. Так, оплетенная бутылка вина. Оплетенная. Может быть, она такая, знаете, пузатая? Красивые такие бывают пузатые бутылки под вина. Прикольные. Так, бутылка вина, сатира, пружины и лопата остались.
Что тут не плетеная бутылка вина? Да, была пузатая плетеная бутылка вина. То есть она такая, знаете, округлая. И снизу, как правило, донышко где-то до середины бутылки именно, ну, оплетают. Как правило, это такое, как льняная веревка. Могут и чем-то и проволокой оплести, но мои мысли оказались верны. Это такая пузатая бутылочка. А вот и лопата. А вот, наверное, статуя сатира. Да. Пожалуйста. Статуя сатира, котятки. Сатир – это мифологическое существо, нижняя часть которого у него от козла, козлиная, если можно так сказать. Здесь никого там не оскорбляет, но так есть. А верхняя часть у него, ну, как человечья, голова, руки, тело, но есть еще рожки. То есть это получеловек, полукозел. Это нам явно сюда, котятки. И головоломочка будет. Поверните сатиру в правильное положение. Как я пойму, что правильное? Они все внутрь должны указывать или... Так, и дальше что? А как я пойму-то, что правильное? А что неправильное? Так, ну-ка, реверс. Давайте сбрасывать. То есть начнем поворачивать сверху вот так вот. По углам. Ой. Так, этого кто потом поворачивает, не знаю. Давайте начнем с этого. А, ну да, тот он и поворачивает вот этого вот. Так, это кого поворачивает? Это поворачивает центрального. А это кого поворачивает? То есть от этой девушки наоборот всех нужно отвернуть, выходит, да? А этот кого поворачивает? Это сам по себе поворачивается. Вау, классно! Ну, как бы в таких головоломках, в принципе, логика проста, котятки. Поворачиваем первую фигурку. Следом поворачиваем ту фигурку, которая поворачивала первая фигурка. Когда мы повернули в нужное положение вторую фигурку, мы поворачиваем третью фигурку, которая вращалась, когда мы поворачивали вторую фигурку, и так далее. То есть обычно эти головоломки решаются так, обычно, как правило, котятки. Не всегда, но обычно. Так, отсюда ключик или что? А что сюда должна применить? Медальон? Вот эту штуку. Ключ. Ну-ка, подсказка. А, перстень. Серьезно, перстень мне показали, да? Или меч? Мечом. То есть взломать. А, выломать рубинчик? Зачем? Для чего? Книга членов дворянского собрания с гербами каждой семьи. Как странно, герб семьи, называемой Альбамонте, это фамилия моей матери. Ага. Девелла, Диджероламо, Галло, Альбамонте, Рампона и Катрамонч. Так, что ли? Правильно, надеюсь. Читаю. Так, нужна нам еще эта книжка-то или нет? Давайте в дневник заглянем. Ну, Бог любит троицу, сейчас третий раз откроем. Книга членов дворянского собрания с гербами каждой семьи или с гербами. Как странно, герб семьи, называемый Альбамонте, это фамилия моей матери. Ну, как-то мамочка наша здесь связана... С проклятием с этим или еще с чем-то. Так, что еще у нас в этой комнате осталось? Ну, тут все, тут мы прочитали, я не знаю, или еще надо что-то туда применить, но... Нет, нам говорят выйти отсюда. Так, по поводу монеток-то, монеток здесь нет нигде, надеюсь. Ничего не пропустила? Наверное, нет, даже если пропустила, котятки, я просто не знаю. Нужны эти монетки, для чего они нужны? Так, давайте подсказочку.
Так, что-то здесь мы должны сделать, а что? У меня же ничего нет. Поиграть в шашки же я не могу. У меня просто нет шашек. Ну-ка, подсказка. Нет, тут подсказка не работает почему-то. А что я должна сделать-то? Так, это мы закроем. Что я должна сделать? Это сюда не ставится. А, это загадка, что ли? Головоломка? Котят, простите. Играя по международным правилам шашек, перемещайте белую дамку и съешьте черные шашки. Я не понимаю, что с меня хотят. Ну, допустим. Куда перемещать-то ее? Смотрите, здесь не берется ничего, кроме вот этой штуки. Ну, например, я хочу вот так сходить, да? То есть мне не дают. И вот так тоже я сюда ставлю, мне не дают. Я не понимаю. Не понимаю, что мне делать. Так, я сбрасываю, котятки, эту игру, потому что эту головоломку я не понимаю. Посмотрите, это не берется. Вот я на нее нажимаю, ничего не происходит. Здесь то же самое. Перемещайте белую дамку и съешьте черные шашки. Я перемещаю вот сюда. Но я не могу, потому что, например, ходить вот так. То есть мы ходим вот так с вами. У меня ничего не происходит в этот момент. Когда я делаю вот так вот и вот так вот, у меня тоже ничего не происходит. Я не знаю, может быть, они мне предлагают сделать вот так вот, например. И вот так вот, но у меня тоже ничего не происходит. То есть куда мне? Куда мне лететь? Вот так вот, вот так вот. Я не знаю, до бесконечности будем, что ли, так летать? То есть, видите, ничего не происходит. Сюда перемещаюсь, не происходит ничего. Сюда перемещаюсь, не происходит ничего. О, сюда перенеслось. Серьезно? А они ходить не будут, что ли? Только я буду ходить. Опять же, сюда не перемещается. А куда перемещается? Сюда? Нет. Ну, потому что они там меня съедят, если я сейчас туда перемещусь. То есть я могу обратно переместиться в случае чего? Нет. То есть я как-то просто должна интуитивно перемещаться. Боже ж ты мой. Подождите. Так вот, значит, да, будет? Вот, то есть я должна убрать все черные шашки. Все, понятно, ладно. Я думала, как бы сразу поставить, там, траекторию нарисовать. Нет, все было по-другому. Так, что случилось-то в этот момент? А, ящичек открылся. Так, какой-то листик. И... ферзь без рубина, ага. Че, давайте соединять будем. Возвращать ферзю. Рубин нас, надеюсь, не заставит играть в шахматы. Я, в принципе-то, играю в шахматы, но, знаете, ну не так прям, чтобы очень. Первая прерванная шахматная партия. Но, наверное, здесь вот есть объяснение, нет? Нет, это пергамент. Шахматная партия, наверное, у нас вот здесь на обрывке записана, котятки. Так, а где еще может быть кусочек? А, вот и второй кусочек. Хорошо. Здесь, наверное, будет шахматная партия. Восстановленный лист бумаги. Угу. Так, а что надо? Поместите ладью и ферзя на шахматную доску и объявите шах королю. Шах королю. О. Значит, вот это мы поставим сюда. Ой, а что куда? Это же у нас ладья, нет? А это дама. Нет, неправильно? Нет, ну вот так, значит, что ли?
Нет, отсюда. Не понимаю задачу котятки. По-хорошему, у нас вот здесь должна стоять, наверное. Это же у нас что? Ферзь. А вот это ладья. Ладья ходит по диагонали у нас. Вот так вот. А я что, должна сюда перенести, что ли? Я не понимаю. Или я фигуру должна куда-то положить? Я не понимаю абсолютно, совершенно. А если я вот сюда ставлю, например, ферзя, то какой толк от того, чтобы его там ставить? Есть смысл вот сюда поставить. У меня почему-то не ставится, котятки. Но вот сюда смысла нет ставить никакого. То есть если король... Это же король у нас, да? Я так понимаю. Раз, два, три, четыре. Может быть, сюда... Тогда смысл ставить вот сюда. Но это король. Это однозначно король. Так, вторую не ставится. Угу. Я промолчу, котятки. Я уже начала идти просто от противного. Поворачивать листочек и ставить фигуры шахматные абы куда. Так, у нас проход какой-то открылся, серьезно? Так, серебряный медальон получили. Так, дневник активировался. Ну, как всегда, раз, два, три. Елочка, свети. Я обнаружил тайный ход в гостиной дворянского собрания. Да, какой-то тайный ход открылся, котятки. Давайте нырнем туда и остановимся на этом. У нас с вами видео либо начинаются, да, с того, что мы что-то где-то открыли, куда-то переходим, либо заканчиваются. Вот сейчас дойдем и остановимся. Пока решал эти головоломки, не посмотрела, что уже 50 минут прошло. О, очередная дверь, мои дорогие котяточки. И, видимо, сюда нам нужно будет ставить вот этот вот медальонушку, да, который нам с вами дали. Но давайте все это будем делать в моем следующем видео. Поэтому на этом моменте я буду с вами прощаться. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор этого не сделали. Нажимайте на значок колокольчика, чтобы не пропускать видео, когда они выходят на моем канале. Также ставьте лайки и пишите комментарии, мне будет очень и очень приятно. Ну а для тех, кто хочет поддержать меня каким-то тем или иным другим способом, помимо подписки, комментария и лайка, то все варианты указаны в описании к данному видео, как и ко всем другим видео, которые есть на моем канале. А я с вами прощаюсь, до новых встреч. Всем пока-пока. Всем мяу.